Дорогие друзья, а у вас в гостях творческий коллектив Центрального дома Российской армии имени Михаила Васильевича Фрунзе. Итак, встречаем группу игроков. Не забывай, кто у руля в этом огромном мире. Орел двуглавый и держава с именем Россия. Мое оружие — это любовь и вера. Только попробуй разбудить русского медведя. Сильнее тот, за кем есть правда, мы за справедливость. Дадим отпор любому, кто придет нам с негативом. На страже Родины войска, которым нет равных. Ни по умению, ни по масштабности парадов. Люди с широкой душой, с надеждой, верой в победу. Вышли герои, ни других вариантов здесь нет. Нашим бы в годы войны калашников топали ярцы. Враги бежали не до Берлина, бежали до Марса. Спокойно спит моя страна, уверенная в завтра. На страже Родины ракета, что быстрее ветра. И к четырем стихиям, что известны миру, прибавь еще одну, ее зовут Россия. Старых не были куплены, а мы-то кровью близких, что умирали под пулями, пропавшим без вести, но не без чести. Благодарны им за то, что мы по-прежнему вместе. На кителях парадных давно уже пылятся награды. Хватит слез, ветераны, боли больше не надо. Фронтовые баллады по вечерам у дворах. Старики вспоминают с надеждой в глазах. И знают люди, и помнят не. Почтим их память минутой молчания. Как закалялась сталь не раз уже доказано. В каждом из нас горит огонь победы, духом связаны. И это сотое того, что могут чемпионы. Удивляя города, покоряя стадионы. Покажем своим детям, как добро спасает землю. Милосердие, разбитое на 6 континентов. Против войны мы. Моя страна против войны. Против войны мы. Моя страна против войны. Сделай шаг навстречу вечность. Протяни ладонь, чтобы простить. Видишь, страх растворился и стало легче. Всем, кто видел боль, не просто снова жить. Это твой выбор, это ты выбрал. Оставаться в стороне или быть собой. Зачем война, к чему она? Мир окутала немая тьма. Йоу! Пока идет отсчет до 10, ты должен встать и продолжать драться. Ведь это только начало твоего пути. Сгореть и возродиться заново, найти в себе силы подняться. Если ты чувствуешь боль, значит ты жив. Это не просто спорт, это порыв души. Так важно быть в гармонии с собой. В приоритете те, кто выбирает рукопашный бой. Глаза в глаза. Дорогие друзья, сегодня в гостях у вас была военно-патриотическая группа «Игроков». Спасибо вам большое.
Все, не забывайте, приезжайте к нам, радуйте нас. Спасибо, да, ребята?